Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер. Меня зовут Рыбаков Павел. Сегодня я вновь приехал на тот объект, на котором были большие ошибки по монтажу крыши. На этой кровле была неправильно смонтирована пароизоляционная пленка, неправильно была смонтирована вентиляция, что привело к большим проблемам образования конденсата. Теперь моя задача, как человека, который осуществляет на этом объекте шеф-монтаж, проконтролировать и разработать такую систему, которая позволит без демонтажа самого кровельного покрытия правильно смонтировать пароизоляционную пленку, гидроизоляционную пленку и правильно смонтировать утеплитель. Также здесь нужно будет доработать кое-какие моменты по вентиляции подкровельного пространства. На данный момент фирма, которая занимается исправлением своих ошибок, они должны были выполнить первый пункт. То есть это обработка стропильной конструкции, фанеры, обрешетки, ну то есть всех деревянных конструкций, обработать ее специальным средством на основе хлора, вот, так чтобы избавиться от грибка, от плесени и попробовать восстановить древесину, ее первоначальное состояние, насколько это возможно. Второй момент, нужно правильно по тем чертежам, которые я предоставил компании, правильно смонтировать гидроизоляционную пленку. Сейчас я приехал все это проверить и буду показывать вам, что в итоге получается. Итак, первый этап работы. После того, как ребята обработали специальным средством обрешетку, фанеру ОСП, стропила, следующая задача — смонтировать гидроизоляцию. Как мы будем гидроизоляцию монтировать изнутри? Для этого у нас есть специальный чертеж, который мне предоставила компания Дельта. И вот этот узел, то есть монтаж гидроизоляционной пленки изнутри, мы будем делать именно по этому чертежу. Первое, что нарисовано в чертеже. Значит, мы должны обязательно установить по краям стропил брусок 50 на 50. Это нужно для того, чтобы нам создать вентилируемый зазор, как это прописано в СНИПе, 50 мм. То есть вентиляция подкровельного пространства, вот этот зазор у нас должен быть 5 сантиметров, то есть 50 миллиметров. Второй момент. Мы должны пустить посередине вот такой вот брусок. Размер его примерно 50 на 70. В ширину он у нас будет 50, в толщину у нас будет 70. Это нужно для того, чтобы нам создать уклон и максимально обезопасить края прилегания пленки к стропилам. Следующий момент, который мы должны сделать. По краям стропил нам необходимо установить специальный уплотнитель, потому что когда мы будем пленку сюда прижимать, то есть пленка, прижатая к этому уплотнителю, не даст возможности никакому конденсату протечь вот в этом месте. То есть мы как бы делаем уклон, да, чтобы у нас от этого края уходил конденсат в середину, ну или какая-то влага. И также желательно еще проклеить специальным уплотнителем, чтобы на всякий случай, если вдруг все-таки будет какая-то протечка, или вдруг там как-то попадет вот сюда конденсат, чтобы этот уплотнитель не давал этому конденсату протечь и попасть в утеплитель. Следующий момент, которого, к сожалению, нету в чертеже, это смонтировать гидроизоляционную пленку в ендове. То есть здесь вот мы будем немного брусочек подрезать и выводить ее дальше. У нас между кровлей и ендовной ногой есть небольшое расстояние, то есть они находятся маленько в разных плоскостях, у нас есть расстояние примерно 3 сантиметра. Соответственно, мы будем пропускать пленку через ендовую и выводить ее туда в карнизный свет, чтобы конденсат, который будет образовываться на крыше, хотя его будет небольшое количество, но все же он будет образовываться, чтобы он по пленке стекал и выходил в карнизный свес, в софитную часть. Вот таким образом выглядит смонтированная гидроизоляция, то есть с буквой П. Здесь у нас, как я говорил, вот он брусок, вот его слышно. То есть у нас создается уклон. Здесь вот еще одним бруском мы прижимаем гидроизоляционную пленку к уплотнителю. Все стыки у нас проклеиваются специальным скотчем, специальной лентой, называется она мультибанд, так, чтобы воздух у нас, холодный воздух, не попал в утеплитель и не было выдувания из утеплителя более теплого воздуха. Еще один пункт, который необходимо было сделать, это смонтировать вот такую защиту также от выдувания
от выдувания из утеплителя более теплого воздуха. То есть монтируются вот такие вот дощечки с торца, сюда укладывается утеплитель. И теперь, когда с софитов у нас будет заходить воздух, он в эту часть не попадет, она защищена. То есть и утеплитель будет максимально эффективно работать. Друзья мои, на сегодня все. Сегодняшний видеоролик был посвящен гидроизоляции. Как вы видите, непростому монтажу гидроизоляционной пленки. Не каждый день удается делать такие объекты. Поэтому поставьте нам лайк за сложность нашу. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите нас. Всем пока.